Привет, мир. Есть очень хорошее выражение, которое характеризует, наверное, всех стариков. Старый конь борозды не испортит, хоть и глубоко не вспашет. И в этой пословице суть и характер всех стариков. То есть это опыт, это очень все хорошо и качественно, пусть даже без особого рвения и без надрыва. Обычно так говорят о мужиках. Сегодня я посмотрю клипец Дороти Пэш, проект Дора. Проект женщины хэви металлистки Children of the Dawn. Да, звук, конечно, приятный. Дороти Пэш, 59 лет. Это такая старушка в хэви метал. Конечно, это не одной величины звезда с Лемми Килмистером, с Ронни Джеймсон Дио, но у них она училась, конечно, чему-то. Голос такой прямо, как у Лемми, только женский. Обалденно, хорошо. Кстати, вот снято очень, клип очень снят круто. И надо отметить, что планы, с которых снимает Дороти, они тоже очень удачные. Дороти Пэш ростом 160 сантиметров, то есть это ниже даже среднего женского роста. Но планы подобраны таким образом, что даже высокие музыканты не смотрятся высокими рядом с нею, а смотрится высокой именно она. То есть тут вот по этим планам ей дашь, наверное, 175-180 сантиметров росту. Звук тоже такой кочевый, классный. Но это такой типичный хард-роковый трек. Среднетемповый, такой прямо кочевый. Вот именно кочевый, классный. Мне тут... Ударник колоритный такой, стучит там по этим, по металлическим ограждениям. Да, бабулька, конечно, жару дает. Не бабулька, наверное, такая просто зрелая, очень зрелая женщина. Снята на каком-то, видимо, старом металлургическом комбинате, который, скорее всего, уже закрылся, но открыли специально для того, чтобы снять клипец. Какие-то переплетения реальности и иррреальности. Индастриал какой-то такой клевый. Ну, песня о том, что мы воины зари, мы боремся за правое дело. Такая возвышенная цель. Но по большому счету песня ни о чем. Конечно, Дороти, наверное, вкладывала какой-то смысл в эту песню, о чем мы, наверное, потом узнаем сквозь время. Ну, на концертах, я думаю, эта песня будет на ура заходить. То есть, прямо она очень... Чё, всё, что ли? Что? Всё, клип заканчивается? Да ну не. Ну, так нечестно. Ну да. Неожиданно и неприятно. Я думал, что-нибудь, может, еще будет какие-то салюты, фейерверки там, или что-нибудь, какой-нибудь металл польется, там, брызги, искры, все такое. Закончилось вот так. Ну, видимо, хорошего понемножку. Итак, почти 4 минуты, не напрягаясь, исполнительница и лидер этого проекта Дора сделала классную песню на 4 минуты, без крика, без ора, в среднем темпе, записали и отсняли такую идеальную картинку. Все гениальное, просто. И не надо ничего выдумывать, рвать глотку
и пытаться из себя что-то строить. Человек-женщина, хэви-металлист. Всем хэви-метал желаю. Удивительно, что еще такие женщины остались на белом свете.